Руками. Руками разгребать. Ночь, полиция, лесной массив и целый склад оружия выглядит как сюжет захватывающего детектива. На самом же деле все куда банальнее. 3000 патронов разного калибра, оружия и его части. Все это житель Гагарина прятал от посторонних глаз в лесу. Как пояснил задержанный, все обнаруженные предметы он нашел во время раскопок в местах боев. Для чего хранил, пока непонятно. Полиции еще только предстоит это выяснить. Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Изъятое оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу, которая показала, что часть патронов все еще пригодна для производства выстрела. Расследование продолжается. Светлана Разганова, Марина Якубишина, Десна ТВ.